Москва, 1907-2007. Я держу в уме исторический слой на метр вниз, где Москва в сравнении с этой деревней навоз на воздухе не лежит, а как сегодня смог, а лежит на брусчатке, где на Сухаревской из башни открывается вид на трехэтажный центр. И чтобы выйти из дома, сначала ты надеваешь галоши на общем лестничном марше. Представляя такую Москву, я чувствую себя лучше, как знаю, что будет дальше, пока тут живу.